Добрый вечер, дорогие друзья. Новая рубрика на моем канале. Все для фронта, все для победы. Вот это я собрал металл. Мешок. Я не знаю, здесь килограмм 10, может, будет. Сдам, пусть из этого металла сделают патроны для наших пацанов, которые воюют. Вы можете сказать, деньги ты заберешь себе. Но я в следующем видео отвечу на этот вопрос. В среднем килограмм 600-700, а то и 900 я в месяц могу сдавать. Вот из этой тонны металла пусть лучше делают боеприпасы для наших ребят, а там разберемся. А насчет того, что деньги себе забрать, так вот нет. Я пою на гитаре хорошие песни Высоцкого и не только Высоцкого. Как только дотянусь до гитары, отвечаю. Сколько буду зарабатывать, часть денег буду покупать медикаменты, полотенца и все остальное, и отправлять ребятам. Оставшуюся часть денег буду использовать просто себе на продукты, очень скромно. В следующем видео будет полный разбор этого дела. Как это буду, где это делать буду, сколько будет выходить, полный отчет будет. Кому понравилось это видео, пишите комментарии. Лайков не надо. Просто комментарии пишите. Всего доброго.